Со школьной парты в королевы бала для юных выпускниц городских школ провели благотворительный вечер. Праздник организуют уже в третий раз силами предпринимателей и меценатов при поддержке Департамента по социальной политике мэрии. Все финансовые затраты берут на себя организаторы, спонсоры. И мы, конечно, очень благодарны тем людям, которые добровольно и по велению собственной души и сердца принимают участие в этом мероприятии. Среди участниц бала были девушки, оставшиеся без попечения родителей, а также из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Организаторы праздника постарались сделать этот день для них незабываемым. Фотографы обучали основам позирования, и каждая девушка смогла поучаствовать в короткой фотосессии. Стилисты и имиджмейкеры старались для каждой участницы подобрать оригинальный образ, прическу, макияж и платье, которое девушки получили в подарок. Кульминацией праздника стало дефиле, чтобы каждая могла показать себя на балу во всей красе. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!